Новое производство соевых кормов для животных запустили на территории опережающего социально-экономического развития в Новоалтайске. В Моногород зашла компания «Саяночка» и стала там шестым резидентом ТОСР. Продукцию будут поставлять в регионы Сибири, на Дальний Восток, Китай и Казахстан. До конца ноября холдинг планирует изготовить порядка 800 тонн продукции. С начала 2020 года мощность увеличат до 2000 тонн комбикормов в месяц. Также через два года на заводе запустят вторую очередь производства. По прогнозам, после ее запуска объем производства до 4000 тонн в месяц вырастет. Будет создано в 2019 году, ну, до конца 2019 года, планируется создать 26 рабочих мест. Сроки окупаемости проекта должны составлять как бы два года, первоначальный срок окупаемости проекта.